ждет вечера, а кто-то и ночью, и не только для того, чтобы провести ее в горячей компании, а еще и для того, чтобы переждать пробки. Вот есть такие чудо-люди, кто не уходит из офиса, как все, в 6 вечера заряжает новую серию любимого сериала и давай пробки пережидать. И что еще не менее интересно, наблюдают супер-реалити-шоу в камеру на сайте dashcam.ru. Там есть все, что нужно, поверьте мне, и свет, и звук, и...